Друзья, всем привет из Фикспрайса. Давайте посмотрим новиночки, которые появились здесь. Уже вижу симпатичные термобокалы. Посмотрите, какая прелесть. Сделана в виде кошачьей или собачьей лапки. Лапка здесь черного цвета. Есть еще и синий цвет. Ну а здесь вот такая милота. Сердечко и следы от лапок. 199 рублей, 300 мл борсиликатное стекло. Друзья, второй вариант из борсиликатного стекла – это вот такая термочашка. 240 мл. И есть украшение. Украшение двух видов. Вот такие цветочки. Смотрите, какое дно. И есть еще разноцветные звездочки. Здорово смотрится. Необычная красивая ручка у чашки. 149 рублей. Пришли также наборчики от Luminarc, 2 бокала для шампанского. А вот я вытащила один бокал из коробки. Посмотрите, как он выглядит. 70 мл, 249 рублей за 2 штуки. Еще одна новиночка – это вот такие фляги. 170 мл, материал нержавеющая сталь и ABS-пластик. Вот эта вот деталька, крышка – это из пластика, а сама фляга из нержавеющей стали. Ну и вы видите, какие есть варианты расцветок. Конечно, объем не очень большой, 170 мл. Для каких-нибудь крепких, наверное, напитков. 149 рублей. Пришли новые тарелочки от Luminarc из цветного стекла. Ягодный цвет, насыщенный такой. Меня немножко светлит. 21 сантиметр в диаметре. 149 рублей. Но в цене я пока не уверена, потому что здесь непонятно, от какого что. New Karin называется серия. Пришли очень крутые заварочные чайники от Kitchen. Посмотрите, какая прелесть. Объем 1 литр 400 мл. Состав стекло, полипропилен и нержавеющая сталь. Нашла 3 варианта расцветок. Это вот такой лавандовый цвет, серо-голубой и вот черный цвет. Так, все, больше никаких цветов пока не вижу. Друзья, пришли новые шикарные разделочные доски. Посмотрите, какие классные. Они, кстати, двухсторонние. Вот здесь вот такой рисунок, здесь вот такой. Так, размер у них 36,5 на 22,5 сантиметра. Материал МДФ и полипропилен. Нашла еще 2-й вариант расцветки. А вот такой. Ну и обратная сторона под мрамор. Очень такие тяжелые, толстенькие, хорошие. Пришли вот такие интересные кружечки, 370 мл, материал керамика. Есть вот недочеты на некоторых, серый краб и есть розовый еще. Сейчас покажу вам. А вот такой. Но тут краб не такой сильный, как на серой кружке. Еще из новиночек пришли вот такие кружки-бокалы высокие. Материал фаянс, стоят они 99 рублей. К сожалению, я не вижу объем, потому что здесь наклеен ценник на каждой кружке. Есть вот такой розовый цвет, у меня высвечивает. На самом деле он действительно розовый. И еще 2 варианта, серый и вот такой мятный цвет. Друзья, снова в большом количестве привезли вот такие формы для мороженого на 6 порций. Подобные уже были, но опять снова поступили в продажу. Есть желтые, голубые и розовые. Стоят 149 рублей. Нашла еще вот такие яйцерезки. Очень даже недорогие. 39,50. Материал сталь и полипропилен. На любой кухне, конечно же, пригодится. Очень удобная штука. Очередная новиночка для, ну, в контейнерах пищевых, для пищевых продуктов. Вот такой набор. Здесь целых 6 штук. Так, можно замораживать, подогревать в микроволновке и мыть в посудомоечной машине. Температура использования от минус 40 до плюс 90 градусов. Не содержит бисфенол А. Вот такая прелесть. И посмотрите, какие объемы. 2,6 литров, 1,7, 1,1, 630, 330 и 150 миллилитров. Цвета крышек только такие. Стоит такой набор 249 рублей.
Появились также новые расцветки скатертей. Скатерть колорит с бейкой. Размер 135 на 110 сантиметров. Плюс-минус 5. Стоит 149 рублей. Вот такой вот новый вариант есть. Вот еще какой принт. И с аппетитным вареньем клубничным. В отделе красоты появились вот такие шапочки для душа и спа-процедур. Два варианта расцветок. Это вот такая с овечками и с утятами. Материал поливинил. Стоит 59 рублей. Также еще появились одноразовые щеточки для туши. 6 штук в наборе. Стоит 55 рублей. И еще есть кисточки для помады. Тоже одноразовые, 6 штук. По такой же цене, 55 рублей. Еще увидела вот такой складной гребень. У него складывается ручка, что очень удобно, и можно носить в сумочке. Гребень для волос складной. Два варианта расцветок. Это вот такой и розовый. Стоит 99 рублей. Еще одна полезная новиночка. Это вот такая накидка для стрижки и окрашивания волос. Здесь есть размер 140 на 120. И застегивается она на липучке. Два варианта расцветок. Очень жалко, что нет фотографии, как будет выглядеть сам рисуночек. Поэтому остается только догадываться. Вот такой. И вот еще темный. Стоит 79 рублей такая накидочка. Новый гель для бритья для мужчин 200 миллилитров 149 рублей. А вот такой гипс. Что-то новенькое. Кстати, хочу похвалить вот эти шампуни. Очень хорошие. Я такие взяла уже себе, успела попробовать. Брала с маслом, по-моему, не забыла сейчас. Вот такой с органовым маслом я брала. И еще один взяла с авокадо. Классный, мне понравился. И, кстати, сейчас на него скидочка 170 рублей по карте Фикса. А они, кстати, новинки. От Wilson Cosmetic появился вот такой кефирный шампунь. Был яичный, теперь есть и кефирный. Для густоты волос 515 миллилитров. Стоит 79 рублей. Ну вот, декоративные подставочки, которые я так искала, пришли и в этот магазин. 199 рублей. Значит, была просто проблема в поставке. Они просто к нам позже пришли. Друзья, пришло очень много художественной литературы интересной. По 199 рублей в мягком переплете. А вот такой, например, от Си Памжань. Сколько золота в этих холмах. Жалко, сразу не пишут, что это там триллер или что-то такое, чтобы вам сказать. Так, и вторая книжка. Вот здесь уже написано, что это триллер «Тени теней» от Алекс Норт. И вот это меня заинтересовало. «Игры наследников» называется, от Дженнифер Лин Барнс. А здесь эксцентричный миллионер придумывает интересную игру для наследников. И получит наследство тот, кто ее, соответственно, выиграет. 199 рублей. Но тут очень много книг. Прям. А вот такой, например, Изабелла Мальдонадо, «Шифр» называется, бестселлер от Amazon. Так, «Убийца», значит, это тоже детектив-триллер. И вот, посмотрите по названиям, здесь вот все видно. Прям две больших вот стопочки, их не было, это все новые книги. Скидки сейчас от Colgate на зубные щетки, вот такие три. В упаковочке. Три щетки по цене двух. 2 плюс 1. Стоит сейчас по карте Фикса 200 рублей. Ну и посмотрим с вами разные вкусняшки. Давно не заходила в этот отдел. Что-то в глаза прям ничего новенького не бросалось. Крекер от Яшкино с сыром. 135 грамм. Стоит 29,50. Ну вообще продукция Яшкино очень вкусная. Правда, я вот эти крекеры не пробовала. Ничего не могу сказать. Новые шоколадные конфетки в красивой упаковочке. Называются «Стильные штучки». Шоколадные конфеты «Мусс Капучино». Стоит 149 рублей за 104 грамма. Появился вот такой новый кофеек. Арабика от Фреско. 90 грамм здесь в этой баночке. Банка стекло.
цены нет, но я думаю, она вот как и Якобс будет стоить 249 рублей. У Якобс 95 грамм, у Фреско 90. Также появился еще вот такой кофе от Nescafe Gold. 130 грамм, стоит 299 рублей. Zip-пакет удобный. В кофе нынче много новинок. Вот такой еще кофе от Mac Coffee. Mac Coffee Gold. 150 грамм, 249 рублей. Халва кунжутная с фундуком. 200 грамм. А вот такая от Кров. Стоит 99 рублей. 100% натуральная. И появился еще вот такой wellness продукт. Семена чиа. Так, 100% натуральное премиум качество, чистый состав. Полезно их добавлять в пищу, как дополнительные пополнения своих микроэлементов. Там что-то такое полезненькое, 250 грамм. Но толком не написано, что и для чего. Содержит 17 грамм белка на 100 грамм, это очень даже неплохо. 30 грамм жиров и 33 грамма углеводов. Высокий белок у них, но и жиры тоже. Стоит 149 рублей за 250 грамм. Новые упаковочки меда. Вот такой разнотравье, цветочный, натуральный. Здесь 250 грамм. И сейчас по карте фикса они стоят 69 рублей, а стоили 79. Этикеточка просто новая. Появился также новый сок от марки Добрый. Яблоко-лимон и тропический микс. Иммунный комплекс с витаминами С, В2, В3, В5 и В12. Без консервантов. Сейчас состав почитаем. Ну, состав, вы видите, очень даже неплохой. Яблочный сок, пюре яблочное, сок из лимона. Ну и дальше уже пошло. Ну, не самое страшное, что может быть. В общем, состав отличный. Стоит 79 рублей за 950 миллилитров. И еще одна новиночка от Доброго. Это вот такой маленький сок, 200 миллилитров. Артезианская вода плюс сок. Здесь малина и арбуз. Плюс яблоко. Также с витаминами. Стоит 19,60. Для деток, думаю, будет вкусненько. Все, друзья, на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.